Сколько стоит съемка одежды? Давайте разберем на примере 10 артикулов для классической каталожной съемки, если так можно сказать. Итак, у нас дано 10 артикулов, в среднем берем, по 7 фотографий и по одной видеопроходке. Разбираем два варианта. Вы заказываете съемку в фотостудии «Моцарт», то есть у нас, либо организуете все сами, либо с помощью стороннего продюсера. Итак, погнали. Фотограф, видеограф, модель, помощник, визажист, стилист с одеждой для образа, аренда оборудования, аренда студии, монтаж видеороликов и ретушь фотографий. Вам понадобится, если вы попытаетесь все это организовать сами. И самое главное, вам нужно заложить, сколько времени вам понадобится на эту организацию, где вы найдете всех этих людей, студии и так далее. Скорее всего, вам придется нанять продюсера. Соответственно, его работу мы тоже заложим в смету. Итого у нас получается 121 тысяча рублей, если вы пытаетесь организовать съемку сами. И погнали, посчитаем, сколько это получится у нас. Фото 250 рублей за штуку, видео 10 роликов по 1500, модель на 2 часа, визажист и все остальное, наша студия, продюсер, составление ТЗ, это все включено. Итого мы получаем 47 500 рублей. Разница почти в 3 раза. Заказав у нас, вы сэкономите в 3 раза, чем попытаетесь организовать это сами. И еще пару важных моментов. Если вдруг вы накосячите, либо кто-то из участников съемки накосячит во время вашей вот этой большой организованной съемочки, вам придется заново все это организовать и доснимать или переснимать. Если вдруг накосячим мы, снимем что-то не по ТЗ, то мы все это сделаем за свой счет. И вы сэкономите кучу времени и денег. Поэтому обращайтесь к нам в студию. Ну а если я вдруг посчитал что-то неправильно, welcome в комментарии, пообщаемся на эту тему.